Но так как это связано с дыханием, с достаточно серьезными изменениями давления в крови, внутричерепном давлении, ну, в общем-то, как и на любом занятии по йоге, на самом деле. Сейчас я зачитаю противопоказания, если вы не против. Просто, ну, на всякий случай. Я уверен, что... Сейчас вот у меня список. Пока все подключаются. Есть абсолютные противопоказания, при которых не нужно заниматься, ну, столь такими категоричными практиками. Ну, то есть что-то... Мы будем мягко все делать, потому что я не могу контролировать через экран и понимать, ну, что вы там делаете, что, какое состояние, какие эффекты возникают. Но идея продышаться, абсолютные противопоказания, эпилепсия, беременность, злокачественная опухоль. Ну, тут головной мозг, брюшная полость, да, понятно. Мы достаточно активно ее включаем в работу. Органические поражения сердца, хроническое воспаление среднего уха, легких, тоже давление меняется. Легкие, понятно. Заболевание крови тоже понятно. Кровь непосредственно участвует в процессе дыхания и метаболизма, да? Тоже сейчас не буду на этом останавливаться. Состояние тяжелых черепно-мозговых травм тоже, наверное, без комментариев. Воспаление мозга без комментариев. Острые воспалительные процессы, особенно брюшной полости. Тоже понятно почему. Рассеянный склероз, паркинсонизм и другие нейроинфекции, психические заболевания. Тоже понятно, мы на нервную систему достаточно круто воздействуем через дыхание. Повышенное внутричерепное, внутриглазное давление. Тоже про давление уже говорил. Отслоение сетчатки, ну, тоже понятно при изменении состояния давления в различных частях тела, мы, если что-то в патологии находится, ну, не должны навредить. То есть первый принцип – не навреди. И чтобы... Сейчас поправлю чуть-чуть. Чтобы лучше себя чувствовать, ощущать, мы небольшую настроечку сделаем. Вот прямо сидя можно... Давайте я вот так. То есть очень важно чувствовать, что в каждый момент времени происходит. Не только на этой практике, но в принципе, да? Понятно. Садимся в какую-нибудь удобную позу и понаблюдайте, какие ощущения сейчас у вас есть. Вот как вы себя ощущаете, как я себя сейчас чувствую. Никаких длительных настроек сейчас медитативных я не буду давать. Просто почувствуйте вес тела, позвоночник, макушку. И лучик внимания из макушки вверх запускаем. Плечики можно провернуть, опустить вниз. Ага. И как во многих практиках, обращаем внимание на дыхание. Давайте ладошки погладьте животик и начинаем дышать животом. Живот вперед, живот назад. Вдох. Так, чтобы ладошка задвигалась. Ну, вот видно? Вот это будет первое упражнение. Вот, хорошо, двигается. Дальше. Ребрышки свои погладили. Погладили ребра сзади, грудную клетку. И чуть-чуть их так придавили. Вот сейчас тоже визуально будет видно. Вдох. То есть ладошки чуть-чуть вверх идут и в стороны. Выдох, расслабление. Сейчас мы дыхательные мышцы чуть активируем.
Сразу, кто йогой занимается, дыхание уджайи, поджатая горловая щель. Хорошо. Теперь давайте на ключице вот так вот зацепимся за ключицы и попробуем ключичным дыханием подышать. То есть самый верх. Ну и отслеживайте, насколько вот приятно вдохнуть, почувствовать вдох, насколько приятно выдохнуть. То есть приучаемся замечать приятные ощущения. Можно чуть улыбнуться такой даосской улыбкой внутренней. То есть улыбнуться тому, что происходит в себе, своим ощущениям, добавить ощущений таких приятных. Хорошо, теперь ладошку положили сверху и на пупок, вот сверху на грудную клетку. И подышали полным дыханием. Постарайтесь не спешить. Я, к сожалению, хотел с компьютера дать трансляцию и метроном включить вот с телефона, но сейчас мне нет возможности. Про себя просчитывайте секунды, считайте 1, 2, так, ну, вот так, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, например, вдох. Выдох 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. И так все. По секунде, давайте каждый вдох по секунде добавляем, каждый выдох по секунде добавляем. Доходим до какого-то вот максимального значения. Поджатая горловая щель, дыхание уджайи. Особенно на выдохе. Мы выдох, поджимаем горловую щель и такой струйкой пускаем воздух. Да, вот Лия спрашивает, идет ли сейчас. Да, сейчас ВКонтакте идет. Я не могу написать. Вот голосом отвечаю, не знаю, услышит, нет. ВКонтакте же идет тоже. Хорошо, теперь мы поднимаемся. Поднимаемся и вот встаем ровненько, ручки в стороны, потянули с пальчиками в стороны, развернули плечи на вдохе, завернули на выдохе, развернули на вдохе, завернули на выдохе. Вдох, выдох, вдох, весь позвоночник подключаем, давайте руки опускаем, выдох, и дыхание позвоночником, сейчас нам надо включить всю длину, вот все отделы, выдох, локти в живот, локти в стороны, вдох, локти соединяем, выдох, вдох, выдох, вдох, шейный отдел, грудной отдел чувствуем, поясничный, то есть у нас в дыхании участвует иннервация мышц дыхательных, это и шейный, и грудной, и поясничный отдел, нам надо позвоночник весь хорошенько расправить, все, отпустили. Таз покрутили в одну сторону. Давайте ладошки на почки положили. В другую сторону. Хорошо. И теперь из таза расслабленные руки, плечи. Вот прямо почувствуйте, как кровь начинает заполнять самые кончики пальцев. За счет вот этого движения заглядываем назад
и позвоночником, осью своей, осью. Начинаем как бы через макушку ввинчиваться в небо. Туда вот заходим, все дальше, выше. Вырастаем. Вырастаем. Ага. Хорошо. Встаем в кошку. Прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Вдох, прогиб. Выдох. Вдох, прогиб. Выдох. И еще вдох. Выдох. Теперь спина прямая. Только плечами. Вот смотрите, прямая спина. На выдохе. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Так, вот пространство между лопаток нужно хорошенько разогреть. Хорошо. На вдохе большой палец правой руки ведем вверх. До конца вверх, назад. Ставим на пояс. Делаем вдох, раскрываемся. Выдох. Положили плечо, левый рукавец. Вдох. Поднялись. Вверх. Выдох, положили на поясницу. Вот так. Вдох. Отвели. Выдох. Опустили. Вдох. Рукой. Вот такой большой круг. Выдох. Отвели. Вдох. Отвели. Еще, еще. Выдох. Давайте зафиксируем вот так. Вдох. Выдох. Поднялись. Вдох. Сделали круг. Вверх. Выдох. Положили на поясницу. Вдох. Локоть назад. Посмотрели вверх. Выдох. Опустили плечо в пол. Левый рукавец. Вдох. Выдох. Без йоги нам никак. Видите, разминка йоговская все равно. Левая рука. Можно не кулак, а вот так пальчик. Вдох. Пальчик вверх, 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 вверх. Выдох. Положили на поясницу. Вдох. Раскрылись. Выдох. Вниз. На плечо вес увели. Правый рукавец. Вдох. Скрутились. Выдох. Поднялись. Еще один вверх. Круг. Вдох. Выдох. Раскрылись. Вдох. Положили. Выдох. Правой рукой вдох. Выдох. И еще раз вдох. Плечо провернули. Выдох. Посмотрели вверх. Вдох. Раскрылись. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. В кошке круговые движения. Вдох. Выдох. Все с дыханием. Вдох. Выдох. В шейном отделе тоже круговые движения. Вдох. Весь позвоночник чувствуем. Хорошо. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Легли на животик. Раз. Теперь вот такое упражнение. Ручки, ножки вверх. И перекатились на бок. Давайте. На левый бок. На спинку. На бок. На живот. На бок. На спину. На бок. На живот.
Все время руки и ноги вверху. На бок, на спинку. На бок, на живот. И разминаем все мышцы кора. На бок, на спинку. На бок, на живот. Хорошо. Собака головой вниз встали. Потянули правую левую ножку. Правую левую покачали. Вправо, влево. Хорошо. И здесь тоже вдох со вдохом. Посмотрели в прогибе. Выдох. Посмотрели на живот. Вдох. Вперед. Выдох. На живот. Вдох. Вперед. Выдох на живот. На носочках вдох. И теперь таз в сторону опустили. Выдох. На носочках вдох. Таз в сторону опустили. Выдох. На носочках вдох. Пятки вниз. Выдох. Посмотрели вперед. Подшагнули. Вдох. В наклоне хорошенько вытянулись. Повисели. Зацепились за мышцы трапеции, помяли их. Хорошо. Подняли вверх, вдох. Выдох. Точки легких простучали. Под ключицами. Сделали вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ребрышки. Вдох. Ребрышки сзади. Выдох. Хорошо. Ножки вместе. И начинаем мягенько дышать. Сейчас дыхательная гимнастика пошла. Размяли мышцы ребер, живота. Угу. Давайте руки через стороны вверх. Вдох медленно. Вытянулись макушкой вверх, пальчиками. Выдох. Вдох. Дыхание уджая. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вперед, вверх, вдох. Посмотрели вверх, прогнулись. Выдох. Вдох. Кончик языка на верхнее небо. Толкнули кончиком языка верхнее небо. Выдох. Прямо упираемся кончиком языка. Не возле зубов, а где-то в среднюю часть. Туда, чтобы в эту в диафрагму внутричерепную поддавить. Упереться, выдох. На вдохе подключаем корневой замок. Вдох. Выдох, отпускаем. Корневой замок, вдох. Раскрываем грудную клетку. Выдох. И еще вдох. Выдох. Ноги ширина таза. Правая рука вверх, вдох. И бок вытянули. Раскрыли правую легкое. Выдох. Левое легкое раскрыли. Вдох. Выдох. Правый бок. Вдох. Почувствовали правую шею. Выдох. Вдох.
насколько приятно, вот почувствуйте, как приятно вот эти утяжения все ощущать, раскрывать. И левый еще вдох. Выдох. Замочек на таз ставим. Сзади на крестец. Вот такой кистевой запястный. Толкнули таз, прогнулись, вдох. Опустились, живот на бедра, выдох. Поднялись, вдох. Опустились, выдох. Поднялись, вдох. Опустились, выдох. И еще поднялись, вдох. Толкнули таз. Плечики раскрыли. Выдох. Вытянули ручки сзади в замочек. Поднялись, вдох. Толкнули. Выдох. Поменяли замок на противоположный. Выдох. Отпустили все. Покачались внизу. Поднялись, вдох. Выдох. Ну, для кого-то такой гимнастики уже круто и достаточно. Я сниму футболочку. Теперь нам нужно подключить брюшную полость. Давайте подготовим. Вдох. Будет вот такой раскрытие. Выдох. Да, выдох. И как бы ложный вдох, втягиваем живот. Отпускаем. Вдох. Выдох. Да, выдох. Втягиваем живот. Отпускаем сначала живот, потом делаем вдох. Отпускаем живот, да, выдох делаем, потом вдыхаем, выдыхаем. Втянули. Вдох, раскрылись. Теперь двигаем стенкой живота, вниз, Агни-Сарадха, у тебя выдох. Да, выдох. То есть мышцы живота задействованы хорошо. И втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Почувствовали разницу. Отследили сейчас состояние. Теперь добавляем перед вот этими втягиваниями добавляем капалабхати, дыхание. Все знают, да? Кто не знает, напишите потом. Это импульсное дыхание йоговское. В переводе сияющий череп. Сейчас мы начнем воздействовать на структуру головы. Поехали. Хорошо. Выдохнули. Вдохнули. Выдохнули.
Вдохнули. И теперь со звуком ха выдыхаем резко и потом втягиваем живот. Руки на колени. Вдохнули. Руки прямые, втянули живот. Пустили живот, да, выдохнули. Ножки вместе. Делаем вдох. На носочках потянулись. Выдох. Вдох. Дыхание ужали. Выдох. Вдох. Выдох. Второй подход. Капалабхати можно чуть побыстрее сделать. Внимание, вот сюда, в лобные доли. Вдохнули. Выдохнули. Вдохнули. Резкий выдох, Агнисара Дхавати. Хорошо, отпустили живот. Сделали вдох. Ножки вместе. Руки. Вверх, прогиб. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. И два цикла сделаем с пхастрикой. Пхастрика, кузнечные меха, дыхание, вдох, выдох, вдох, выдох. Плечи разворачиваем, сворачиваем, разворачиваем, сворачиваем. Давайте попробуем с дыханием. Выдохнули. Спокойно вдохнули. Спокойно выдохнули. И теперь мы делаем плечевую помпу три раза. Плечевая помпа в конце, это задержка на вдохе с движением вот так плеч. В конце руки вверх и резкий-резкий выдох. Сейчас посмотрим, как это получится. Давайте вдох. Задержали дыхание, горло не перекрываем, щеки надули. Руки в кулаки, плечи быстро вверх-вниз. Да, вдох. Резкий выдох. Вдохнули. Не дышим, щеки надули. Кулаки. Локти не сгибаем. Да, вдох. Вдохнули. Не дышим. Плечи. Щеки.
Да, вдох. Ножки вместе. И восстанавливаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Почувствуйте, как меняется каждый раз состояние. Как при первых признаках головокружения или каких-то неприятных ощущений прекращаем практику, ложимся на живот или пьем чай. Еще один раз с хастрикой. Хастрика. Живот вперед. Вдох. Выдох. Назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И плечи. Вдох. Выдох. Да. Выдохнули, вдохнули. Сейчас нам нужно поприседать. Выдохнули. Зажали ноздри. Сделали вдох. Опустили подбородок, не дышим. 10 приседаний. Или больше. Да, вдох. Выдох. Да, выдох. Втянули живот. Отпустили. Ножки вместе, руки через стороны вверх, вдох. Восстанавливаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. У нас точка. Выдох. Хорошо, и присаживаемся. Присаживаемся. Продолжаем успокаивать дыхание. Хорошо. Теперь нам нужно сделать вот напоследок нади шатхана пранаяма. Пранаямную одну технику. Значит, все, что мы делали, это подготовительные упражнения, разогрев дыхательных мышц, дыхание различное. Это все подготовка. Вот сейчас мы будем одно пранаямное, именно то, что называют пранаямой. Давайте вот такую штучку сделайте. Вот так. То есть мизинец и средний палец, ой, и безымянный палец перекрещены. Правая рука, большой палец на правой ноздре, перекрест на левой ноздре. В межбровье два пальца. Вот. И сейчас пальцами ничего не делаем, дышим, дышим вот сюда, в ладошку, вот сюда, чувствуем дыхание. Наблюдаем за дыханием и чувствуем на ладошке выдох. Очень простая задача.
Это дыхание по центральному каналу, по сушумне. Теперь добавляем ощущение по позвоночнику вверх, вдох, по позвоночнику через макушку, выдох вниз. Теперь почувствуйте левую часть позвоночника слева и справа, слева и справа. Посерединке у нас сушумна, центральный канал, слева ида, справа пингала. И вот мы сейчас начинаем, давайте я уберу вот так, правую ноздрю зажали, сделали вдох левой. Давайте, вдох левой. Внимание пошло по левой половинке, сюда до ноздри. Поменяли, выдох правой вниз. Вдох с правой стороны. Поменяли. Выдох слева. То есть вниманием прямо идем по с левой части позвоночника. Вниз промежность. В таз зашли. Вдох вверх до ноздри. Поменяли. Выдох. Справа вдох. Слева выдох. Слева вдох. Справа выдох. Справа вдох. Лево выдох. Вниз внимание пошло. Слева вверх пошли внимание, вдох. Внимание все время в активе. Справа выдох. Справа вдох. И слева выдох. Ноздри не зажимаем, дышим в ладошку. Пальцы в межбровье. Отпускаем ладонь. И еще раз сканируем состояние свое, как меняются ощущения. Обязательный элемент осознанности. То есть наблюдаем за тем, что происходит. Ага. И последний элемент на сегодня – свистелка. Делаем вдох, губы трубочкой, не трубочкой, а такой свистульку делаем. Давайте больше, чтобы на звук S похоже было. Вдох. Вот так. Наблюдайте, как свистелка влияет на, на уровень такой восприятия мира. Свистим. Такой шипящий свист.
Наступает ли такая ясность с отрешенностью? Это вот генератор отрешенности мы его называли. То есть, если хочется быстро отделиться от какой-то эмоции, ну вот выйти в состояние наблюдателя, как бы отрешиться, да, вот такая свистелка быстро работает. Хорошо. И в тишине минутка. Почувствуйте силу дыхания, насколько дыхание влияет и меняет. Ну что-то, да? Заметьте, что поменялось. И, пожалуйста, дайте обратную связь, было ли кому-то приятно, неприятно, ну, были ли какие-то неприятные моменты, но это можно обсудить, чтобы этого не случалось. И как, ну, заметили ли, что менялось состояние, вот прям поэтапно, и оно вот сейчас даже, когда мы сидим, оно постепенно как бы вот так разворачивается, разворачивается. Ну все, дорогие мои, приятного дня. Марафон стартанул. Будем дышать. К пятому дню я хочу, чтобы мы делали спокойно комплекс из 8-10 подходов. Но посмотрим, как пойдет. Я обратную связь хочу. Все. Добрейшее утречко.